это другая история. Правительство будет меняться, но логика событий должна поменяться. Политический класс должен поменяться. Люди должны мыслить иначе, что они там не для того, чтобы грабить, а для того, чтобы строить. И мы с вами вместе это достигнем. Так что то, что я хотел вам сказать, еще раз я хочу вас широко поддержать, что вы нашли час и так долго послушали мой выступ. И сейчас я готов ответить на пути какие питания в залу. Друзья, и я говорю для того, чтобы мать диалог с вами. Я знаю, что писать, все будут выступы, але еще раз хочу вас поддержать и слава Украине. У нас є можливість задати декілька запитань, але все те, що йде. Я пропоную спочатку з одного боку, потім з другого, так почнемо.